Ну что, значит, вот, вот, да, ничего, значит, еще раз, поймите, сегодня вы чуть-чуть поборолись, кто-то в ухо получил, кто-то, и послушайте меня внимательно, это борьба, для того, чтобы выигрывать у своего соперника, надо делать 2-3 раза больше, если вы делаете мало, и он мало, то вы друг друга бьете, просто, то есть бросков-то нет, вы же не умеете, приходится что делать? Толкаться, раз, лицом, пух, рукой, или крутиться, наступить на ногу, девочки, раз, два, кто-то думает, что борьба это когда просто я могу подойти, взять захват и бросить, нет, но есть же соперник, который первый бросится, вот Кристиан сразу бух по шее, ничего страшного, раз получишь, два, или закончишь борьбой, или наоборот, начнешь думать, вот приди домой, вот почему он меня кинул, почему, вот нужно ему, ну вот нужно ему накакать, ну как это делать, вот сделать какую-то гадость надо своему противнику, не бить по ногам, а сделать какой-то бросок, захват, значит, Григорий, боролся сегодня более-менее умно. Почему? Потому что он не бросался, где-то старался, но пока нет бросков. Вот будут броски, тогда да. Значит, Вика боролась, как всегда, в принципе, нормально, хорошо, но надо посмотреть. Вот я посмотрю видео, и так... Ух! И тогда могу сказать, значит, Никита, есть у тебя какая-то своя борьба, то есть ты прешь вперед на пролом, потом берешь, бросаешь вправо-влево. Интересная борьба, надо посмотреть и подскажем. Андрюха, ну, с ним бороться надо тоже попадаться. А если попал, поворачиваешься к нему спиной, значит, просто берет и через грудь бросает. Вот бросок через грудь, это твой неплохой борок, я смотрю, вправо-влево. Аделина, вроде бы неплохо делать прием на этот, но будешь больше бороться, будешь четче понимать, что как нужно сделать так, чтобы выиграть. Так. Олеся, физику чуть-чуть надо. И тогда будешь красиво бороться. Да. Будешь бороться, но сейчас ты пока что делаешь, ты крутишь и как пропеллер раскручиваешь, но тогда хотя бы перекручивать не так, смотри, сюда крутишь, а потом раз, надо в эту сторону, смотри, вот берешь захват, сюда потом раз, и вот в другую сторону, тогда будет бросок. Так, значит, еще раз запомните, кто падает, то у того синяки шишки, поэтому лучше пусть падает противник. А еще лучше, значит, я вот сейчас смотрю, уже группа сформировалась, уже более-менее. Сейчас еще там тяжик для тебя, тут тяжик. Еще Артем, вот он во вторник, четверг, они придут, я их поучу. Так что будет тебе с кем бороться. Значит, девочки, вы должны очень красиво делать приемы. Очень красиво. Чтобы вы могли выступать на показательных выступлениях. Как ты к вандисты там. А вы должны красиво делать прием. Кстати, ваш директор, Донна Елена Фрунзе, она отсюда ищет. Она отсюда занималась. Вот. Оленере. Древ. Все. На сегодня все. Так, вы не остаетесь. Вы играете в футбол. А мне надо, чтобы он чуть-чуть в клипе побороться. Так, вы работаете? Если боретесь, то там. Если нет, я выключаю.